Всем привет, это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предоставить вот такой вот вилочный погрузчик. Не только вилочный, но и обращаю внимание, крюковой. Вот эта установка, которую нужно будет немножко привести в порядок. Значит, ну, прежде всего, вилочный погрузчик, он абсолютно в рабочем состоянии. Все фотографии я предоставил, вот видеообзор вам также предоставляю. Цепи показываю. То есть прежде всего он идет 5-тонный. Это Лева. Год производства порядка там 92-93 года. С бензиновым двигателем. И обращаю внимание. Все снимаю, все показываю. Пытался сейчас завести его, но, как видите, аккумулятора нет. Фактически он работал, он работает. Продолжает работать. В данный момент почему продают? Потому что, соответственно, приобрели себе другой. Находится он на территории, на закрытой территории одной из баз, да, соответственно, так как купили новый, ну, данный хотят продать. Обращаю внимание. Достаточно ухоженный. Ну, работяга, трудяга, что тут говорить? Вообще тут спору нет никакого. Ну, вот из-за того, что аккумулятора нет, еще раз повторюсь, да, вот немножко не удалось это все заснять. А так, фактически, кому необходим погрузчик для работы внутри базы, внутри территории базы. Почему? Потому что на данный погрузчик 90-х годов отсутствуют документы. Я сразу этот момент проговариваю, чтобы вы понимали, что здесь, конечно, нужно будет работать только внутри территории. Фактически, это не проблема. Так что, кому необходим вот такой вот погрузчик Лев, обращайтесь, у нас уже есть.